Приветствую. Хорошо, что вы пришли. Я тебе так вот не... Нормально. Будете работать, вот смотрите, вот ту камеру. Скажите, я должен все время смотреть в эту камеру? Все время. Это ваш собеседник. Ну так нормально? Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о событиях, которые до сих пор находятся в центре внимания и публицистов, и ученых, и преподавателей. Это внешняя политика Советского Союза в предвоенный период, то есть в период перед началом Второй мировой войны. Начнем мы наше повествование примерно с 1933 года, когда на европейской арене появляется самая жуткая фигура современной мировой истории – это Адольф Гитлер, канцлер Германии. Этот человек выступал за реванш, за возрождение германской мощи военной, которая, как известно, была очень ограничена после Первой мировой войны, Версальским миром 1919 года. А реванш – это возвращение утерянного, то есть у Германии что-то отобрали, она может отобрать себе. Но мы с вами смотрим на эти события из Москвы глазами другого нашего героя. На начало 30-х годов он был генеральным секретарем ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков, Иосиф Сталин. Его, можно сказать, правая рука во внешней политике в период до мая 39-го года, потом ситуация изменится. Это Максим Литвинов, нарком, то есть, говоря современным языком, министр иностранных дел Советского Союза. Вот они две главные фигуры, но еще нужно заботиться о безопасности границ советского государства. А надо сказать, что в начале 30-х годов в Москве считали, что вот-вот весь империалистический мир только и мечтает, чтобы напасть на Советский Союз. Сталина это тоже очень волнует. Запад представлялся из Москвы более или менее монолитной враждебной массой. И это надо иметь в виду, когда мы будем говорить о событиях очень сложных, очень драматичных и морально очень сложных событиях 1939 года. Мы-то судим о них сегодня. Мы знаем, вот есть Гитлер, мировое зло, ему противостоят Великобритания и Франция, наши будущие союзники по антигитлеровской коалиции, Соединенные Штаты. А в 1930-1933 году никто так не думал. Все еще только начиналось, еще было все неизвестно, но уже был хищник с противоположной стороны. Это Япония. Сегодня Япония – замечательное, ну, почти мирное государство. И вот эти ограничения на военное развитие Японии – это результат Второй мировой войны. А тогда Япония – это был главный агрессор в Азии, у наших границ. Мы должны постоянно об этом помнить, когда мы говорим о Европе. Сталин, вот этот «Сталин» в кавычках, то есть все советское военное руководство и политическое, все время вот должны вот так вот оборачиваться. А что Япония? А Япония в 1931 году захватывает Маньчжурию, получает большие очень границы с Советским Союзом. Формально это, правда, независимое государство Маньчжоуго, но ни у кого нет никаких иллюзий, там японская армия. Все помнят, как Япония пыталась оттяпать кусочек Дальнего Востока во время гражданской войны, интервенции в 20-е годы. Поэтому, конечно, это угроза, ну, в общем, даже номер один на тот момент. И то, что Германия станет угрозой номер один, это еще будет длинная история. Советская историография говорила, что государства Запада очень хотели натравить Гитлера на Советский Союз, потому что они боялись советского коммунизма, революции. И спали и видели, как бы уничтожить Советский Союз. Современные документы не очень подтверждают эту версию. И возникает противоположное, что на самом деле Великобритания, Франция, их лидеры были миротворцами, ну, немножко что-то не рассчитали там с Гитлером, но, в общем, хотели мира и вовсе не хотели ничего плохого для Советского Союза. В Советском Союзе просто были фобии, там все время боялись нападения. Я думаю, что истина находится посередине и, может быть, даже немножечко сбоку, потому что вот этот страх перед новой войной, он и был их миротворчеством. Они хотели мира за чужой счет. И вот в этом сложном раскладе, когда каждый преследует свои интересы, Советский Союз вдруг обнаруживает себя в полной изоляции. У него есть враги, совершенно нет друзей. Но и Франция обнаруживает, что против Гитлера
воевать вот так в лоб, это может быть ему и проиграть. Да, Германия еще не нарастила свою военную мощь, но это, в общем, дело времени. Гитлер выстраивает очень дееспособную, мощную промышленность, военную экономику, тоталитарный режим. Может быть, поискать союзника традиционного с другой стороны Европы, поставить Гитлера между двух огней. Вот тут-то и поле для дружбы со Сталином. И начиная с 1934 года, министр иностранных дел Франции Луи Барту разворачивает целую серию консультаций, бесед с разными политиками Восточной Европы. Они заключили нам Восточный пакт о мире, который гарантирует все границы, как они сложились, что их нельзя менять. И, может быть, привлечь к этому вопросу Советский Союз. И Советский Союз откликается, конечно, понятно, что это против Германии. Ну, кто главный союзник Франции на Востоке? Это, конечно же, Польша. Франция очень много сделала для гарантии независимости польского государства. Луи Барту приезжает, беседует с министром иностранных дел Польши Юзефом Беком. Беку казалось, что он всех перехитрит, он будет маневрировать между Советским Союзом, Францией, Германии, со всеми будет дружить, и мы теперь знаем, чем такая дружба со всеми может закончиться. Вот Юзеф Бек, он этими своими интригами и интригами разрушившими идею, очень неплохую идею вот этой коллективной безопасности против Германии, он доигрался до краха польского государства. Барту трагически погибает в 1934 году, он убит во время покушения на югославского короля Александра I, но его преемник Лаваль заключает с Советским Союзом договор в 1935 году о взаимопомощи. Очень важный договор. Одновременно заключается договор с Чехословакией. Франко-чехословацкий, чехословацко-советский. Возникает треугольник, который все-таки опутывает Германию. Ну, без Польши, но все-таки опутывает немножко Германию, потому что Чехословакия понимает, как только Гитлер усилится, он попытается отобрать у нее населенные немцами территории. Это Судетская область. А там укрепление, там значительная часть промышленности. Это нельзя отдавать, иначе Чехословакия перестанет существовать как самостоятельное государство. Франция должна гарантировать ее границы, и Советский Союз, если что, подключится. Но советская дипломатия прописала, что мы включаемся только, если помощь окажет Франция. Потому что понимали в Москве, возможно, ловушка. Гитлер нападает на Чехословакию, Советский Союз оказывает помощь. Начинается война между Германией и Советским Союзом. Франция остается в стороне. И мило они с Британией наблюдают, как два диктаторских режима, два варварских режима убивают друг друга. И все, можно потирать руки, партия сыграна. Вот это в Москве не хотели. С Францией удалось договориться на дипломатическом фронте, и нужно это как-то подкрепить политически. И возникает еще одна очень важная идея. В 1935 году Коминтерн провозглашает стратегию Народного фронта. Нужно с социал-демократами сейчас помириться, потому что Гитлер страшнее, тоталитаризм страшнее, наступление фашизма идет по всей Европе, и мы так будем лучше контролировать Францию. Там же правительства будут социал-демократические, и наш Народный фронт, и наши коммунисты могут их как-то контролировать. Во Франции эта идея не очень пошла. А вот в Испании эта идея очень хорошо сработала. Там к власти пришло правительство Народного фронта в 1936 году в результате выборов, то есть совершенно законное. И именно против него восстал Франко. И сам этот Франко постоянно подчеркивает, что он как Муссолини по своим идеям. И уже осенью 1936 года в правительство Народного фронта, которое возглавил социалист Франсиско Ларго Кабальеро, вошли даже коммунисты. Это был первый случай в Европе, когда коммунисты вошли в такое вот правительство несоветское. Это сложная, очень драматичная история в истории Испании. Гитлер и Муссолини вместе вмешиваются в испанский конфликт на стороне Франко. И Гитлер находит дело для Муссолини, где они вместе соратники, после чего судьба Австрии решена. Муссолини говорит Гитлеру, да ладно, дружище, бери. Вот ты. Куда деваться Австрии? Казалось бы, за нее должны заступиться Англия и Франция, но мы уже догадываемся, они не будут. Они проводят политику умиротворения агрессора. Умиротворить. Испания – это постоянная такая кровоточащая рана всего этого периода с 1936 года до 1939 года. То есть до конца почти нашей истории.
это такой полигон, где Гитлер и Муссолини вместе борются против демократов и Советского Союза. Потому что Советский Союз активно оказывает поддержку. Советские летчики, советские танкисты, советские танки, самолеты. Все это, кстати, там проверяется в боевых условиях. И, в общем, конечно, это оказало большую помощь демократии. То есть Сталин становится таким оплотом демократии в Европе. А Франция и Великобритания думают, как бы от него отделаться с этой помощью демократии. В 1936 год германская армия оккупирует демилитаризованную зону на западе Германии, Рейнскую зону. Французская армия в этот момент может смять Гитлера, вообще выбросить его на помойку истории. Никто не хочет умирать, никто не хочет воевать. Гитлер в марте 1938 года вводит войска в Австрию. И вот теперь окружена территория Рейха Чехословакия. Вот эти вот страхи чехословацкие еще 1935 года, вот они-то в 1938 году и стали реальностью. Гитлер говорит: отдавай Судеты. Чехословакия говорит: мы готовы представить немцам автономию. Нет, меня не интересует автономия. Целиком отдать вот по такой-то карте. Лидер Чехословакии, президент Бенеш, говорит: Франция, помогай. Франция говорит: ну, я бы помогла, но понимаете, какое дело? Тут вот у нас союзник стратегический Великобритания, а что она скажет? А Невилл Чемберлен говорит: ну, понимаете, Версальский договор все-таки не очень справедлив. Все-таки вот это же немцы там живут. Давайте обсудим вопросы автономии широкой. Гитлер тут же дает команду своим людям в этой Судетской области поднимать восстание. Где восстание, там перестрелки, где перестрелки, там жертвы, там всеевропейский скандал о том, что проклятые чехи, они же убивают цивилизованных немцев. Заворачивается очень тяжелый такой узел судетский, и Чемберлен говорит потрясающие слова. Чудовищно, что мы будем вести войну за интересы людей, о которых мы толком ничего не знаем. Он имеет в виду вот чехов, словаков, немцев, судетских. Так тогда почему ты претендуешь вообще на то, что ты решаешь эти вопросы? Но он претендует. Он едет Гитлеру навстречу. Они беседуют. Гитлер чувствует: вот она слабина. Вот сейчас мне отдадут все. Надо только нажать на этого человека. Он хочет мира. Он его получит, но на моих условиях. 30 сентября 1938 года в Мюнхене подписывают договор о фактическом разделе Чехословакии. От Чехословакии отчленяются существенные, очень важные стратегические территории, Судетская область. Интересно, что Советский Союз до последнего момента предлагал Чехословакии помощь. И когда обозначилась Польша в качестве государства, которое может даже напасть на Чехословакию, потому что сама претендует на часть ее территории, на Тешинскую область, Советский Союз даже войска придвинул к польской границе, чтобы как-то их уравновесить, если вдруг война начнется. Накануне мюнхенского вот этого сговора 30 сентября, еще там за два дня, шла подготовка к военным действиям в Великобритании, во Франции, и расклад был бы для Гитлера катастрофическим. Но они это не сделали. Они не отстояли нормы международного права. И Гитлер, конечно, очень серьезно выиграл вот от этого промедления Великобритании и Франции. Он заявил, что да, теперь, конечно, все мы все проблемы решим миром. Чемберлен был в восторге, он приехал в Лондон и произнес речь, которая известна по ее главному лозунгу: «Я принес вам мир». Мы знаем, до войны остается несколько месяцев. Советский Союз оказывается в полной изоляции. И вот-вот, это кошмар советского руководства, все эти империалисты, объединившись, начнут дележку собственно советской территории. Советский генеральный штаб рассматривает, и разведка доносит такие варианты, что Италия нападает через Черное море, Турция помогает, Германия нападает через Балтику, захватывает Ленинград, Япония в 1937 году напала на Китай, и уже треть Китая, и до половины потом они будут продвигаться, уже пожрала. Вот ужас советского руководства. Нужно укреплять эти рубежи. И возникает идея, может быть, при случае как-то отодвинуть эти рубежи или как-то снова договориться с Великобританией и Францией. Но они же предали Чехословакию, они и нас предадут. 23 августа 1939 года был заключен советско-германский пакт о ненападении. Это вполне законно.
Но к нему были секретные протоколы, которые всех смущают. Вот-вот Гитлер нападет на Польшу, он будет агрессором, а Советский Союз с ним договаривается о разделе сфер влияния в Европе. Ничего, что до этого Великобритания с ним договаривалась, Франция с ним договаривалась. Если мы посмотрим из Москвы на эту ситуацию, то есть две клики империалистов, которые все делают, чтобы Советский Союз вообще прекратил свое существование, которые подставляют своих союзников. Обратите внимание, что эти секретные протоколы, которые обычно называют договоренностями о разделе территории Европы, это еще разделы сфер влияния. И Сталин договаривается о том, что он приобретает свободу рук на бывших территориях Российской империи по существу. Он даже Польшу делит по реке Сан. Что это значит? Сталин еще не знает, чем все это кончится. Может, Гитлер нападет на Польшу, Франция нападет на Гитлера, и будет потом какой-то новый мирный договор, и Сталин как бы себе оговаривает: я имею право на вмешательство в дела Польши как Польши. Чтобы как бы вы там ни делали новые границы, вы не можете выгнать с этих переговоров Советский Союз, как вы его отстранили от решения судьбы Чехословакии. Сталин еще не делит территорию. Советский Союз вообще в этот момент был занят войной на Халхин-Голе с Японией, когда Риббентроп прилетел в Москву подписывать вот этот вот договор в ночь 23 августа на 24 августа 1939 года, советские танки начали крушить японскую оборону, показав Германии, что Советский Союз достаточно силен, что сейчас не нужно вовлекать его в европейский конфликт. Раздел территории начнется, когда польское сопротивление окажется катастрофически раздавленным Германией, потому что Франция и Великобритания не поддержали своего союзника после 1 сентября 1939 года. Мы можем сказать о том, что Сталин допустил ошибку, но тогда мы должны найти лучший вариант поведения в этой ситуации, когда Великобритания и Франция не хотят быть твоими союзниками, вовлекают тебя в конфликт, когда Германия грозит серьезной войной, показала свою военную мощь, когда Япония остается военным союзником. В этой ситуации легко совершать ошибки и легко потом давать советы задним числом. С 1933 по 1939 год Советский Союз довольно последовательно придерживался политики коллективной безопасности. То есть Москва хотела вместе с Великобританией, вместе с Францией, вместе с Польшей, с Румынией, с Чехословакией, пока та была жива, противостоять вот этому расползающемуся по Европе очагу агрессии, фашизма. Но эта политика коллективной безопасности потерпела крах. И в обстановке, когда один лагерь, вот этот лагерь Великобритании и Франции, шел по пути предательства своих союзников, интриг, вовлекающих Советский Союз в войну без поддержки со стороны вот таких странных полусоюзников, в этой обстановке Сталин, для которого и Германия, и Великобритания, и Франция это были просто империалисты, в конце концов пошел на заключение договора, гарантирующего на какое-то время мир для Советского Союза. Целью политики Советского Союза в этот момент был большой мир для него. –